Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратьте одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. И сегодня, ребяточки, я для вас подготовила видео с новеньким, свеженьким кодиком в игру Caregivership Tycoon. Я думаю, все знают эту игру, поэтому скорее погнали, заходите, я там покажу рабочие коды. Ребятки, вышло обновление, которое принесло нам новую машину, ну и, конечно же, у нас пофиксили баги. Выбираем наш старый добрый автосалончик, который у нас выполнен на 100%, точнее, ну как выполнен, построен на 100%. Загружаем его, и я уже готова вводить кодик. Так, ну что, мы появились, что у нас надо вводить? Смотрите, кодики у нас вводятся во вкладочке «Шестереночка». Нажимаем на нее и вводим вот такой, ребяточки, кодик. Запоминайте. Season 3 soon. То есть, сезон 3 скоро. Скоро будет сезон 3. Вот такой кодик, в принципе, достаточно простой. Погашаем его. И отлично, мы получаем 60 тысяч баксов на наш балансик. Это замечательно, что мы теперь можем гораздо лучше развиться. Кстати, смотрите, у меня уже 1 200 000 накопилось, возможно, я потом прикуплю какую-то машинку получше. Но я хотела бы сказать, что на заметочку, я бы, конечно, локацию не полностью так делала зеленая, знаете, под времена года, например, когда была бы осень, здесь бы было все зелененьким. Ну, вроде как мелкие моменты, но все равно прикольные. Но это чисто мое. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как Фан Зимбаго, Сиренс 777, Александр Кирюлик, Мартин, Турикс и Барнанд. Ловите привет! Ну что, ребяточки, возвращаемся в нашу игру. Машинка, кстати, вышла прикольненькая. Кто не видел, посмотрите. Лично мне она понравилась. Но вот такое видео у нас, к сожалению, подходит к концу. Надеюсь, оно вам помогло. Но с вами была Вероника Мазур. Вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. До новых встреч!